Собака на привязи спокойно спала на крыльце своего дома. Думаем, ей даже не снилось, что рядом подкрался голодный леопард. Хищник атаковал и вцепился собаке в шею, но утащить и оторвать добычу с привязи у него не получилось. Запись обрывается, но владелец сообщил, что леопард оставил неудобную добычу. Собака вышла. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое главное.